Полицейские оцепили челябинскую больницу из-за подозрительной сумки. Когда приехали стражи порядка, оцепили пятый этаж клиники. Это кадры из самого здания. Люди встревожены и с интересом наблюдают за происходящим. От подозрительной сумки в ожидании силовиков все отошли подальше. Мало ли, что я... Витя, нет машины. Это раньше тикало. Все кругом цифровые технологии. Приехал наряд полиции. Как выяснилось позже, ничего опасного в ней нет. Кто-то просто забыл вещи. К слову, люди отмечают, что пока это выясняли, целый час на этаж никого не пускали.